Всем привет, дорогие друзья, с вами Бадди, и сегодня мы, короче, на моем канале пройдем карту в игре Far Cry 1 от моего подписчика. Вы, наверное, знаете этого чела, его зовут Виктор Граф. Скинул мне, значит, вот совсем недавно ссылку на эту карту, да, вот это, походу, его самая первая карта, которую он сделал. Вот решил тоже позаниматься мапами. И эта карта называется «Диверсия на тропиках». Погнали. Так, что у нас тут есть? Давайте заберем самые офигенные пушки. Так, ну, например, вот это вот. Угу. Что самое офигенное? Ну, в принципе, все. Мне этого достаточно, как бы. Тут еще патрончики взять на этот, на винтовку. Найти бинокль, первое наше задание. А что я там поставил-то? Ну, давайте посмотрим, как тут карта сделана. Просто стоит там. Ладно. Погнали, значит, за... Зачем пойдем? За биноклем. А, кстати, там должен быть снайпер, смотрю. Сейчас посмотрим. И вот того еще давай дальнего попадем. Вроде попал сейчас. Короче, ладно, потом его тронем. Пойдем дальше. Ну, пока вроде как бы нормально. Так. Нифига себе, гора впереди. Возвышенность какая. Очень высоко прям. Дорогу он здесь сделал. Вот, конечно, долго вот мы сейчас будем идти вот так вот, да, вот надо было транспорт, я думаю, добавить, чтобы доехать, ну или не надо, это было долго, ну, такую длинную дорогу прям. И почему-то я не вижу наемников, чё так, мало-то, никого не вижу. Постреляться-то хочется. Ладно, мы идем. Надо было все-таки дигл оставить, да, чтобы передвигаться быстрее. Ладно, пофиг. Так уж как-нибудь доберемся, дойдем. Там что, интересно, лестница какая-то, что ли? Которая наверх ведет, или что это? Интересно. Что это может быть? Лифт? Нет, вряд ли. Это лестница. Скорее всего, да. Ну или веревка, типа. Вот они в ряд стали. Все. В линию прям, да? И почему-то я отсюда, ну как бы они это. Странно какая-то фигня. Они исчезают почему-то, когда на дальнем расстоянии. Вот прицеливаются, они появляются. О, что-то интересно уже.
Все. С мутантиками справились, и теперь нам надо как-то подняться, наверное, наверх. Казалось, я что-то слышал. Ну, что сделал? Ну, подниматься нам, да, конечно, долго сейчас. Сейчас поднимемся. Говнюк, блин. А, вот бинокль мы взяли. Туда почему-то показывает. Странно. Я думаю, то, что вот сейчас мы поднимемся наверх, да, и там можно взять что-нибудь. Ну, точнее, полететь на дельтаплане, наверное. Должно быть. Сейчас посмотрим. Ну, карта прям такая огромная, пипец, но мало объектов. Да, это мы сколько еще подниматься-то, пипец, на лестнице. Как-то даже залипательно, вот смотришь. Хм. Пипец. Я офигею, если сейчас, блин, мы зря поднимались по лестнице, там ничего не будет, никакого дельтаплана. Так, и что это у нас будет сейчас? А, он там написал слово. Far Cry 2000... А, не, подожди, 20. Блин, не понимаю. Там почему-то 4 еще. Так, и зачем я сюда поднялся? Ладно, пойдем сюда. Вот этот хоть мне нравится. Свет такой прям, ну, закат. Красивый очень. Классно. Ну, сейчас будет побыстрее, потому что я могу вот так вот сделать, да? Юху. Можем падать. Зацепись, смотри у меня, блин. Так, ладно, идем. Найти карточку. Трава еще такая высокая, блин, пипец. Как она, что даже выше. Эх, вот реально сели бы сейчас. Быстро бы прям добрались. Вот там городок я вижу. Там будет, наверное, месиво с этими наемниками. Надо еще убить снайпера, который стоял на вышке. Ну, который я не мог упасть вначале, да? Про него не надо забывать. Так, идем. Ой, там еще что-то есть, смотри. Фига себе.
Ой, как медленно, зачем я это беру? Да опасненько. Это снайперы были, пипец. Я думал, обычные наемники. Капец. Ох, нифига там. Раз. Так, ну и посадим сейчас мы легко попадем. Ну и там походу концовка будет, да? Такая вот маленькая карта. Может быть дальше что-то будет? Я сомневаюсь в этом. Почти прошли эту карту. Ну, тут мало наемников. Да. Ничего здесь нету. Никаких лодок. Никакого транспорта. Виск, походу, пересмотрел еще этого Ивана Комарова, да? Про лодку забыл. Еще подниматься. Скорее всего, там наверху, да, должна быть карточка. Так, давай. Найти бомбу. Вот, у нас же база есть. Пипец. Как же это сразу не заметил? Граната! Жопа, 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 жопа. Чуть не сдох, бля.
Так, кабанята здесь, братольтушки наши. Уничтожить антенну? Ни хрена себе, ты что, мне идти возвращаться туда? Далеко. На ту гору? Это что за издевательство, блин? Блин, это издевательство. Никакого даже транспорта и... Идти возвращаться пешком туда-назад далеко. Охренеть можно просто. Реально. Я охренею. Какие-то я там следы видел, что за фигня? Как будто кто-то застрелял. А, походу, это мутантик шалил, да? С песочком игрался. Ребеночек наш. Маленький. Вижу я антенну. А, нет, погоди, это не антенна была. Блин, надеюсь, то, что мне сейчас нужно наверх реально подниматься. Или дальше нужно пройти горы это. Сейчас мы проверим. Нет, по-любому нужно подняться, думаю. Не зря же он это все построил. Капец, сколько долго нам подниматься. Ладно, поднимаемся молча. Если окажется то, что антенна находится дальше этой горы, ну, типа, нужно было, ну, спускаться нам, я вообще орать начну. Да? Не, ну, вроде на горе была антенна.
Да, антенну вижу. Все нормально. Все отлично. Хорошо, что я поднялся. Что-то их тут многовато. О, привет. Пришеленец. Даже не стреляли. Так, следующая точка там. Блин, ну пипец, вот долго, конечно. Ну и путешествие. 3 часа просто. На беготню. Вечно молодой, вечно пьяный. Бежит кто-то за мной. Кстати, баг, у меня почему-то бомба еще одна. Почему я же использовал? Странно, странно. Ладно, пойдем туда. Так.
Тут слишком много лишнего пространства. Это большой минус, конечно. Слишком много лишнего пространства прям. Зачем мы так вот долго идем? Что за фигня? Да неужели, я не верю. Я не верю в это. О май гад. Ну все, заканчиваем прохождение карты. Сейчас доплывем. Останови там где-то. И все. Кораблик. Сейчас уничтожим. Я, конечно, мог быстрее пройти эту карту, если бы знал, где находились эти бои. Это 100%. 25 секунд? Мне надо уносить ноги. Может, на носу корабля меня не достанет? Походу просто должен доплыть, да, чтобы завершился этот карт. Окей. На лодке, блин, нет. Да, все. Мы прошли.
Спасибо всем, кто смотрел, и всем лета. Пока.